Добро пожаловать на канал «Мастерская Бисер без границ». Меня зовут Оксана. В данном мастер-классе сплетем лягушку из бисера амигуруми. Плетется лягушка несложно, в технике крестик. Туловище у лягушки плетется один в один, как у амигуруми пингвина. Кто со мной плел уже пингвина, будет попроще с лягушкой. Единственный момент, который потребует внимания, это задние лапки. У задних лапок много переходов во время плетения. В длину лягушка 3,5 сантиметра. Небольшого она размера. Давайте поближе покажу, как она выглядит в стоячем положении с разных сторон. Вот такая миленькая лягушечка. У меня она хорошо покушала, я ее плотно наполнила целлофановым пакетом. Любимая моя поза у этой лягушки, когда лягушка медитирует. Всем советую сплести эту милаху. Для работы нам понадобится леска диаметром 0,2 мм прозрачная, бисер номер 10, зеленого цвета приблизительно 5 грамм, белого цвета 3 грамма и 2 черные бусины для глаз диаметром 4 мм. Ну что, приступим. Берем отрезок лески длиной 2 метра 40 сантиметров понадобится. Но таким отрезком сложно плести. Я брала частями 1 метр 20 сантиметров, потом добавляла. Как правильно добавлять, оставлю ссылку внизу под видео в описании. Берем и на один конец набираем 4 зеленые бисеринки. Другим концом проходим через последнюю набранную. Складываем концы лески вместе. И затягиваем. Получился первый крестик. Расположите концы лески, как у меня. На конец лески, который я показываю, набираем 3 зеленые бисеринки. Другим концом проходим через последнюю набранную. Получился второй крестик. Мы сплели первый ряд, считайте. Плетем второй. На правый конец набираем 3 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. Заканчиваем плести второй ряд. И на этот же конец лески набираем 2 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Сплели второй ряд, переходим к третьему. На левый конец лески набираем одну зеленую, одну белую, одну зеленую бисеринку, другим концом проходим через последнюю набранную зеленую. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец лески набираем одну белую, одну зеленую бисеринку. Другим концом проходим через зеленую. Мы плели рядами такими полосками. Далее будем плести по кругу. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец лески набираем одну зеленую, одну бусину, одну зеленую бисеринку. Другим концом проходим через последнюю набранную зеленую бисеринку. Поворачиваем немного плетение. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец лески набираем 3 зеленые бисеринки. Другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец лески
Набираем две зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец лески набираем две зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец лески набираем три зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда и одну боковую зеленую начало плетения ряда. Заканчиваем плести ряд. Прошли через две зеленые бисеринки. На второй конец лески набираем одну бусину, одну зеленую бисеринку. Другим концом проходим через зеленую бисеринку. Закончили плести ряд. Переходим к плетению следующего. На левый конец лески набираем одну зеленую, две белые бисеринки. Другим концом проходим через последнюю набранную белую. Одним концом лески проходим через одну белую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец лески набираем две белые бисеринки. Другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну белую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец лески набираем две белые бисеринки. Другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем одну белую, одну зеленую бисеринку. Другим концом проходим через зеленую. Одним концом лески проходим через бусину. На второй конец лески набираем три зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец лески набираем две зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем две зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец лески набираем две зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем две зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем две зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем две зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну бусину
и одну зеленую бисеринку боковую, начало плетения ряда. Заканчиваем плести ряд. На второй конец набираем 2 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Закончили плести ряд, переходим к плетению следующего. На левый конец лески набираем 2 зеленые и 1 белую бисеринку, другим концом проходим через белую. Одним концом лески проходим через 1 белую бисеринку предыдущего ряда на второй конец лески. Набираем 2 белые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через 1 белую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец лески набираем 2 белые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через 1 белую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец лески набираем 2 белые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через 1 белую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец лески набираем 2 белые бисеринки, другим концом проходим через последнюю. Одним концом лески проходим через 1 зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем 2 зеленые, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через 1 зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем 2 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через 1 зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем 2 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через 1 зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем 2 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через 1 зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем 2 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через 1 зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем 2 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через 1 зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем 2 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через 1 зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем 2 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим
через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда и одну боковую зеленую начало плетения ряда. Заканчиваем плести ряд. И на этот же конец лески набираем одну зеленую бисеринку, другим концом проходим через нее. Давайте себя проверим, посчитаем. Всего по кругу ряд состоит из 14 крестиков. Закончили плести ряд, плетем следующий. На левый конец лески набираем 3 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец лески набираем одну зеленую, одну белую бисеринку, другим концом проходим через белую. Одним концом лески проходим через одну белую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем 2 белые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну белую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем 2 белые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну белую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем 2 белые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну белую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем 2 белые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем 2 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем 2 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем 3 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем 2 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем 2 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем 2 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем 2 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю.
Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда и одну боковую начало плетения ряда. Заканчиваем плести ряд. Всего проходим через две зеленые бисеринки. На второй конец лески набираем две зеленые бисеринки. Другим концом проходим через последнюю набранную. Закончили плести ряд. Плетем следующий на левый конец, набираем 3 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем 3 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем 2 белые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну белую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем 2 белые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну белую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем 2 белые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. На конец лески, который я показываю, набираем 2 белые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. У нас получился такой треугольничек. Одним концом лески проходим через одну белую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец лески набираем 2 белые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну белую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец лески набираем 2 белые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец лески набираем одну белую, одну зеленую, другим концом проходим через зеленую. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец лески набираем 3 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем 2 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем 2 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем 3 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную.
Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец лески набираем 2 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем 2 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем 3 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда и одну боковую, начало плетения ряда, заканчиваем плести ряд. И на этот же конец лески набираем одну зеленую бисеринку, другим концом проходим через нее. Плетем следующий ряд. На левый конец лески набираем 3 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец лески набираем 2 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец лески набираем 2 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец лески набираем одну зеленую, одну белую, другим концом проходим через белую. Одним концом лески проходим через одну белую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец лески набираем 2 белые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну белую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец лески набираем 2 белые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну белую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец лески набираем 2 белые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну белую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец лески набираем 2 белые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну белую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец лески набираем 2 белые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну белую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец лески набираем 2 белые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну белую бисеринку предыдущего ряда.
На второй конец лески набираем 2 белые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец лески набираем 2 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем 2 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Как мы сплели вот этот зеленый крестик. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец лески набираем 2 зеленые бисеринки. И с таким способом самостоятельно плетем 7 зеленых крестиков. Поставьте видео, пожалуйста, на паузу и сплетите 7 зеленых крестиков. Здесь вы остановитесь. Я сплела 7 зеленых крестиков. Вот так у меня получилось. Давайте вместе теперь закончим плести ряд. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда и одну боковую, начало плетения ряда. И на этот же конец набираем одну зеленую бисеринку, другим концом проходим через нее. Давайте себя проверим, посчитаем. Ряд всего состоит из 21 крестика. Плетем следующий ряд. На левый конец лески набираем 3 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем 2 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец лески набираем 2 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец лески набираем 2 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец лески набираем одну зеленую, одну белую, другим концом проходим через белую. Одним концом лески проходим через одну белую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец лески набираем 2 белые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Как мы сплели вот этот вот белый крестик? Таким способом самостоятельно сплетите, пожалуйста, 6 белых крестиков. Вот здесь вы остановитесь, затем потом вместе продолжим плести ряд. Я сплела 6 белых крестиков. Давайте продолжим плести. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем 2 зеленые бисеринки. Другим концом проходим через последнюю набранную.
Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем две зеленые бисеринки. Другим концом проходим через последнюю набранную. Как мы сплели вот этот вот зеленый крестик, пожалуйста, самостоятельно сплетите еще 6 зеленых крестиков. Здесь вы остановитесь, вместе потом закончим плести ряд. Вот я сплела. Давайте теперь вместе закончим плести ряд. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда и одну боковую зеленую начало плетения ряда. И на этот же конец лески набираем одну зеленую бисеринку, другим концом проходим через нее. Плетем следующий ряд. На левый конец лески набираем 3 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем 2 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем 2 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем 2 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем 2 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем одну зеленую, одну белую, другим концом проходим через белую. Одним концом лески проходим через одну белую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем 2 белые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Как мы сплели вот этот вот белый крестик, пожалуйста, таким же способом самостоятельно сплетите еще 6 белых крестиков. Вот здесь вы остановитесь. Я сплела. Давайте теперь вместе продолжим плести. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем 2 зеленые бисеринки. Другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем 2 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Как мы сплели вот этот зеленый крестик, пожалуйста, самостоятельно сплетите еще 5 зеленых крестиков. Здесь вы остановитесь. Я сплела. Давайте теперь вместе закончим плести ряд. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. Ну, думаю, вы уже выучили, как заканчивать ряд. И одну боковую зеленую начало плетения ряда.
И на этот же конец лески набираем одну зеленую бисеринку, другим концом проходим через нее. Закончили ряд плести, плетем следующий. На левый конец лески набираем 3 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем 2 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем 2 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем 2 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем 2 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем 2 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем одну зеленую, одну белую, другим концом проходим через белую. Одним концом лески проходим через одну белую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец лески набираем 2 белые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Как мы сплели этот белый крестик, пожалуйста, самостоятельно сплетите еще 6 белых крестиков. Здесь вы остановитесь. Я сплела, вот так у меня получилось. Давайте продолжим вместе плести. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем 2 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем 2 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Как мы сплели вот этот зеленый крестик. Сплетите, пожалуйста, еще 5 зеленых крестиков и самостоятельно закончите плести ряд. Самостоятельно закончите плести ряд, пройдя через 2 зеленые бисеринки в конце. Закончили с вами плести ряд. Когда я вас прошу доплетать вот так вот частями, во-первых, мы учимся с вами плетению в технике крестик. Вы уже немного начинаете понимать, плюс мы укорачиваем с вами видео длину. И мне не нужно повторять одни и те же действия. Плетем следующий ряд. На левый конец лески набираем 3 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем 2 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Как мы сплели вот этот зеленый крестик, самостоятельно, пожалуйста, сплетите еще 5 зеленых крестиков. Здесь вы остановитесь. Вот я сплела. Давайте продолжим плести вместе. Одним концом лески
проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем одну зеленую, одну белую бисеринку. Другим концом проходим через белую. Одним концом лески проходим через одну белую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем две белые бисеринки. Другим концом проходим через последнюю набранную. Как мы сплели вот этот белый крестик, самостоятельно плетем еще 6 белых крестиков. Здесь вы остановитесь. Вот я сплела. Продолжаем плести. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем две зеленые бисеринки. Другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем две зеленые бисеринки. Другим концом проходим через последнюю набранную. Как мы сплели вот этот зеленый крестик, плетем еще 4 зеленых крестика. Самостоятельно заканчиваем плести ряд. Вы у меня уже молодцы, знаете, как заканчивать ряд. Для этого нужно пройти через 2 зеленые бисеринки. Вот эти вот. Нажмите на паузу и доплетите. Закончили плести ряд. Давайте себя проверим, посчитаем. Всего ряд должен состоять из 21 крестика. Плетем следующий ряд. На левый конец лески набираем 3 зеленые бисеринки. Другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через 2 зеленые бисеринки предыдущего ряда. На второй конец набираем 2 зеленые бисеринки. Другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем 2 зеленые бисеринки. Другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через 2 зеленые бисеринки предыдущего ряда. На второй конец лески набираем 2 зеленые бисеринки. Другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем 2 зеленые бисеринки. Другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через 2 зеленые бисеринки предыдущего ряда. На второй конец набираем 2 зеленые бисеринки. Другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну белую бисеринку предыдущего ряда.
На второй конец набираем две белые бисеринки. Другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через две белые бисеринки предыдущего ряда. На второй конец набираем две белые бисеринки. Другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну белую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем две белые бисеринки. Другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через две белые бисеринки предыдущего ряда. На второй конец набираем две белые бисеринки. Другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну белую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем одну белую, одну зеленую бисеринку. Другим концом проходим через зеленую. Одним концом лески проходим через две зеленые бисеринки предыдущего ряда. На второй конец набираем две зеленые бисеринки. Другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем две зеленые бисеринки. Другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через две зеленые бисеринки предыдущего ряда и одну боковую зеленую. Начало плетения ряда. Заканчиваем плести ряд. Всего пройдем через три зеленые бисеринки. И на этот же конец набираем одну зеленую бисеринку, другим концом проходим через нее. На этом этапе наполняем лягушку целлофановым пакетом. Удобнее всего наполнять и придавать форму небольшие. Вот я наполнила, придала форму. Сверху у нас есть такая выпуклая часть зеленая. Брюшко постарайтесь сделать белое плоским. Продолжаем плести следующий ряд. Левым концом лески проходим через рядом стоящую одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. И на этот же конец лески набираем три зеленые бисеринки. Другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем две зеленые бисеринки. Другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем одну зеленую бисеринку, другим концом проходим через нее. У нас получился такой треугольничек. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем две зеленые бисеринки. Другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через две зеленые бисеринки предыдущего ряда.
на второй конец, набираем 2 зеленые бисеринки другим концом, проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем 2 зеленые бисеринки другим концом, проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через 2 белые бисеринки предыдущего ряда. На второй конец набираем 1 зеленую бисеринку, 1 белую, другим концом проходим через белую. Одним концом лески проходим через 1 белую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем 2 белые бисеринки другим концом, проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через 2 белые бисеринки предыдущего ряда. На второй конец набираем 2 зеленые бисеринки другим концом, проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через 1 зеленую бисеринку предыдущего ряда и 1 боковую зеленую, начало плетения ряда. Заканчиваем плести ряд, всего проходим через 2 зеленые бисеринки. И на этот же конец набираем 1 зеленую бисеринку другим концом, проходим через нее. Закончили плести ряд. Далее правым концом лески проходим через 2 зеленые бисеринки предыдущего ряда. Это мы уже переходим к заплетению низа. Берем левый конец и проходим через рядом стоящую 1 зеленую бисеринку предыдущего ряда. На правый конец набираем 1 зеленую бисеринку другим концом, проходим через нее. Хорошо, затягиваем леску. Берем левый конец лески и проходим через 1 белую бисеринку предыдущего ряда. На правый набираем 1 зеленую бисеринку другим концом, проходим через нее. На этом этапе донаполните лягушку. Далее нам нужно хорошо утрамбовать, который по краям, целлофановый пакет и придать выпуклую форму, где зеленый бисер. По бокам сделать, как знаете, такие ляшечки у лягушки. Пузико у нас, где белый бисер, должно быть приплюснуто, а зеленый выпуклый. Переверните пузиком вверх и пройдите через вот эти 4 зеленые бисеринки левым концом лески. Вот я прошла. Все, завязываем концы лески на несколько узелков. Каждый узелок хорошо затягивайте. Обрезаем и запаиваем зажигалкой. Давайте сплетем верхние лапки. Берем 2 отрезка лески длиной по 40 сантиметров. Находим
На туловище вот этот вот посередине беленький треугольничек. От него отсчитываем один белый крестик, второй и третий крестик нам нужен с вот этими двумя зелеными бисеринками. Через них мы пройдем леской. Вот я прошла через две зеленые бисеринки крестика. На конец лески, который я показываю, набираем три зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную, складываем концы лески вместе и затягиваем. Немного отодвинем плетение. Нам нужно одним концом лески пройти через белую бисеринку, самую нижнюю этого же крестика. А на другой конец лески, который я показываю, набираем две зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через вот эту боковую белую бисеринку этого же крестика и зеленую боковую бисеринку начала плетения ряда. Вот я прошла. На второй конец лески набираем одну зеленую бисеринку, другим концом проходим через нее. Первый ряд лапки мы сплели, давайте повернем лягушку пузиком к нам, плетем второй ряд на правый конец лески, набираем 3 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. У нас получился первый крестик второго ряда, поворачиваем лягушку. И одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. Второй ряд плетется на трех зеленых бисеринках. На другой конец лески набираем две зеленые бисеринки. Другим концом проходим через последнюю набранную. Поворачиваем плетение. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. И одну боковую, начало плетения ряда. Заканчиваем плести второй ряд. И на этот же конец лески набираем одну зеленую бисеринку, другим концом проходим через нее. Плетем следующий, третий. На правый конец лески набираем 3 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Поворачиваем немного плетение. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем 2 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Заканчиваем плести третий ряд. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда и одну боковую, начало плетения ряда. И на этот же конец лески набираем одну зеленую бисеринку, другим концом проходим через нее. Закончили плести лапку, давайте сплетем пальчики. Расположите концы лески, как у меня, и вот на один конец лески мы набираем 2 зеленые бисеринки, одну бисеринку пропускаем и возвращаемся через самую первую набранную. Придерживаем бисеринку и затягиваем леску. Постарайтесь, чтобы пальчик плотно прилегал к лапке. Далее этим же концом лески проходим сверху вниз через зеленую бисеринку на лапке. И постарайтесь, чтобы пальчик посередине бисеринки расположился. Вот так он должен расположиться. Снова на этот же конец набираем 2 зеленые бисеринки, одну пропускаем
и через самую первую возвращаемся. Придерживаем бисеринку и затягиваем леску. Вот у нас получился второй пальчик. Этим же концом лески проходим через зеленую бисеринку справа налево на лапки. Два пальчика у нас готово. Давайте сплетем третий. Берем другой конец лески и набираем на него две зеленые бисеринки. Одну мы пропускаем и возвращаемся через самую первую набранную. И этим же концом возвращаемся через бисеринку на лапки. Затягиваем леску. Вот мы сплели три пальчика. Концы лески у нас встретились. Завязываем на несколько узелков, обрезаем и запаиваем зажигалкой. Хорошо поправляйте пальчики, чтобы они ровно располагались. Вот так должны быть. Правую лапку сплели, плетем левую, находим белый треугольничек, отсчитываем один, второй крестик. И вот в эти две зеленые бисеринки третьего крестика будем крепить леску. Вот я прошла через две зеленые бисеринки третьего крестика. На конец лески, который я показываю, набираем три зеленые бисеринки. Другим концом проходим через последнюю набранную. Складываем концы вместе и затягиваем леску. Одним концом лески нам нужно пройти через самую нижнюю белую бисеринку этого же крестика. Слева направо проходим. Вот я прошла, за кадром себе ножницами помогла, немного приподняла бисеринку, чтобы леска прошла. Далее на другой конец лески набираем 2 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески нам нужно пройти через одну боковую белую бисеринку этого же крестика, вот эту, и одну боковую зеленую, начало плетения ряда. Вот я прошла, то мы заканчиваем плести первый ряд. На другой конец лески набираем одну зеленую бисеринку и другим концом проходим через нее. Закончили плести первый ряд. Плетем второй ряд. На левый конец лески набираем 3 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Поворачиваем немного плетение, одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец лески набираем 2 зеленые бисеринки, другим концом проходим через нее, через последнюю, уже заговариваться начала. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда и одну боковую, начало плетения ряда. Заканчиваем плести второй ряд. И на этот же конец лески набираем одну зеленую бисеринку, другим концом проходим через нее. Закончили плести второй ряд, плетем третий. На левый конец лески набираем 3 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Поворачиваем плетение, одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда.
на второй конец лески. Набираем две зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Заканчиваем плести третий ряд. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда и одну боковую зеленую начало плетения ряда. На другой конец лески набираем одну зеленую бисеринку и другим концом проходим через нее. Закончили плести ряд. Разверните лягушечку, как я ее развернула, будем плести пальчики. На правый конец лески набираем 2 зеленые бисеринки, одну мы зеленую пропускаем, возвращаемся через самую первую набранную. Придерживаем бисеринку и затягиваем леску, так чтобы пальчики плотно прилегали к лапке. И этим же концом лески проходим через бисеринку на лапке. С обратной стороны прошли. Расположите пальчик, чтобы он находился по центру бисеринки на лапке. Вот так должно быть. Снова на этот же конец набираем 2 зеленые бисеринки. Одну мы пропускаем, возвращаемся через самую первую набранную. И проходим сразу через бисеринку этим же концом лески на лапке. Вот она, нижняя бисеринка на лапке, через нее проходим. Затягиваем леску. Вот мы два пальчика сплели. Берем на другой конец, набираем также 2 зеленые бисеринки, одну пропускаем через самую первую набранную, возвращаемся. И этим же концом лески проходим через бисеринку на лапке. Вот мы сплели 3 пальчика, поправляем их. Концы лески у нас встретились, завязываем на несколько узелков. Обрезаем и запаиваем зажигалкой. Пальчики поправьте, чтобы они ровно располагались, не торчали в разные стороны. Вот мы сплели такие симпатичные лапки передние. Наперед их немного поправьте. Вот так они должны располагаться. Лягушечка на них опирается. Пузико у нас должно быть плоское, мордочку приподнимаем, и на спинке у нас такой выпуклый горбик. Вот такая форма у лягушки должна быть. Давайте сплетем нижние лапки. Берем 2 отрезка лески длиной по 45 сантиметров. Давайте перевернем лягушку вниз головой. Белая брюшка смотрит на нас. Находим посередине треугольничек. Он состоит из 2 вверху вот этих зеленых бисеринок и 1 белая внизу. Вот от этого треугольничка спускаемся вниз белый крестик. В сторону у нас есть круг. И еще правее находим зеленый круг, он состоит из 5 зеленых бисеринок. И нам нужны вот эти 2 зеленые бисеринки. Через них пройдем леской. Вот я прошла. Сплетем правую лапку, как раз перевернута, получается левая нижняя лапка. Наконец лески, которые я показываю, набираем 2 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную, складываем концы лески и затягиваем. Плести будем на 2 зеленых бисеринок, мы их оплетем крестиками по кругу. На конец лески, который я показываю,
получается, левый конец лески, если так повернуть, набираем 3 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную, плетем первый ряд. Будьте внимательны. Одним концом лески проходим через рядом стоящую зеленую бисеринку. На второй конец лески набираем 2 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Как я и говорила, оплетаем 2 бисеринки зеленые. Смотрите, одним концом лески проходим вот через эту зеленую бисеринку. Получается, зеленую нижнюю бисеринку уже образовавшегося крестика. На другой конец лески набираем 2 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим также через нижнюю бисеринку крестика, рядом стоящую, вот через эту. Здесь очень интересное плетение у нижних лапок. Нужно быть максимально внимательными. И мы проходим этим же концом лески снизу вверх через боковую бисеринку крестика. На другой конец лески набираем 1 зеленую бисеринку, другим концом проходим через нее. Вот мы сплели первый ряд. Смотрите, мы второй ряд будем плести на 4 крестиках. У нас получается 2 с одной стороны бисеринки зеленые, на которые будем плести, 2 с другой стороны. На правый конец лески набираем 3 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Вот у нас получился первый крестик второго ряда. Одним концом лески проходим через рядом стоящую 1 зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец лески набираем 2 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Держите плетение, как я, никуда не переворачивайте, чтобы не запутаться. Одним концом лески проходим через 1 зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец лески набираем 2 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Мы сплели 3 крестика второго ряда, плетем 4-й, завершающий. Одним концом лески проходим через 1 зеленую бисеринку предыдущего ряда и 1 боковую зеленую, начало плетения ряда. На этот же конец лески набираем 1 зеленую бисеринку, другим концом проходим через нее. Закончили плести второй ряд, плетем 3-й ряд. На правый конец лески набираем 3 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через 1 зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец лески набираем 2 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. 2 крестика третьего ряда мы сплели. Плетем 3-й крестик, одним концом лески
Проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. Видите, я стараюсь лягушку не крутить, чтобы вы тоже не запутались. И смотрите, нам надо этим же концом лески найти, вот мы на вот этом кругу плетем, есть крестик, и рядом еще один крестик. И вот в эту бисеринку крестика нам нужно пройти леской сейчас. Надеюсь, я понятно объяснила, какой крестик. Но мы от круга спустились, крестик где с одной белой бисеринкой, и выше еще один зеленый крестик у нас находится. И вот, если вот так лягушку держим, как мы сейчас, то получается справа налево через верхнюю бисеринку зеленого крестика нужно пройти. Внимательно посмотрите, через какую бисеринку. Нажмите прямо на паузу. Нам просто надо соединить лапку с туловищем. Возвращаемся этим же концом лески через эту же бисеринку, из которой у нас выходил конец лески. Эта бисеринка относится ко второму ряду предыдущему. Хорошо, затягиваем леску. Прям очень хорошо затяните, чтобы потом лапа не топорщилась. И продолжаем плести на другой конец лески. Набираем две зеленые бисеринки и другим концом проходим через последнюю набранную. Заканчиваем плести ряд одним концом лески. Проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. И одну боковую, начало плетения ряда. На этот же конец лески набираем одну зеленую бисеринку, другим концом проходим через нее. Закончили плести ряд. Далее концом лески пройдем через рядом стоящую зеленую бисеринку, это получается левым концом лески. И на этот же конец лески набираем три зеленые бисеринки, другим концом проходим через все три зеленые бисеринки. Далее берем правым концом лески и проходим через две зеленые бисеринки. Нам нужно соединить плетение. Берем другой конец лески и проходим через эти же две зеленые бисеринки. Хорошо, потяните за оба конца лески. И нам нужно вернуться каждым концом лески через эти же три зеленые бисеринки, которые мы набирали. Немного попетлять на лапе приходится, но такое плетение. Берем правый конец лески и проходим через все три зеленые бисеринки. Берем другой левый конец и также проходим через эти три зеленые бисеринки. Далее мы будем добавлять бисеринки с каждой стороны, с правой и с левой. Берем на правый конец лески, набираем одну зеленую бисеринку и проходим через боковую бисеринку зеленую сверху вниз, через одну проходим. Сейчас мы добавим бисеринки с правой стороны лапки, а потом с левой. Снова на правый конец набираем одну зеленую бисеринку и сверху вниз спускаемся через боковую одну зеленую бисеринку. Мы лапки придаем такую округлую форму.
Снова на этот же конец набираем 2 зеленые бисеринки и сверху вниз проходим через одну боковую зеленую бисеринку. Берем другой левый конец лески, набираем одну зеленую бисеринку и проходим через вот эту одну зеленую боковую бисеринку сверху вниз. Вот я прошла. Снова на этот левый конец набираем одну зеленую бисеринку и проходим через вот эту боковую зеленую одну бисеринку сверху вниз. Прошли. И еще раз на этот же левый конец набираем одну зеленую бисеринку и проходим через вот эту одну зеленую бисеринку и две самые нижние вот эти зеленые бисеринки. Вот получается, я прошла левым концом лески через 3 зеленые бисеринки. Далее этим же концом лески нам нужно пройти через вот эту боковую зеленую бисеринку рядом стоящую. Распределяем концы лески. Один у нас конец лески с бисеринки вверх будет смотреть, другой вниз. Будьте внимательными, мы переходим к формированию пальчиков. На вот этот верхний конец лески набираем 2 зеленые бисеринки, одну зеленую пропускаем и возвращаемся через самую первую набранную. Постарайтесь, чтобы бисеринки плотно прилегали к лапке. Вот у нас первый пальчик готов. На этот же конец лески набираем 3 зеленые бисеринки. Одну мы пропускаем. Возвращаемся через вторую набранную. Да, только через вторую пока что. Придерживаем вторую бисеринку и затягиваем леску. А теперь смотрите, нам надо через третью бисеринку этим же концом лески с другой стороны пройти. Вот, проходим через третью бисеринку с другой стороны. Это мы делаем для того, чтобы у нас второй пальчик расположился по центру бисеринки. Вот так, смотрите, должно быть. Вот видите? Две бисеринки, они находятся над третьей. И плетем третий пальчик, набираем на этот же конец лески 2 зеленые бисеринки. Одну бисеринку мы пропускаем и возвращаемся через самую первую набранную. Ускользает от меня бисеринка, никак не могу леску продеть. Ничего, сейчас мы ее поймаем. Вот мы сплели третий пальчик. Поправляем, переворачиваем пальчики. Вот у нас 1, 2, 3 пальчика. Далее нам нужно пальчики с туловищем соединить. Под ногой находим вот такой вот крестик с одной белой бисеринкой. И вот в эту боковую зеленую бисеринку нам нужно пройти леской. Берем конец лески, на котором пальчики плели. И сверху вниз проходим через боковую зеленую бисеринку. Хорошо, потяните за леску и распределите пальчики. Переверните их. Вот так они должны быть. Берем другой конец лески. И снизу вверх нам нужно этим концом лески пройти через зеленую бисеринку на туловище, через которую мы проходили уже. Вот через эту. И этим же концом лески нам нужно пройти через вот эту зеленую бисеринку среднего пальчика. Вот я прошла и через зеленую бисеринку на туловище, и через зеленую бисеринку на пальчике среднем.
Хорошо, затягивайте леску в этот момент. И смотрите, чтобы у вас пальчики не перекручивались. Вот так они должны располагаться, пальчики. Смотрите. Далее нужно этим же концом лески пройти через зеленую бисеринку вот эту вот на лапке. Мы через эту зеленую бисеринку проходили левым концом в самом начале, перед тем, как плести пальчики. Помните? Вот мы через нее проходим. Концы лески у нас встретились. Завязываем на несколько узелков. Когда будете каждый узелок завязывать, следите, чтобы пальчики не перекрутились. Вот видите, я пальчики поправляю. Один пальчик, который ближе к ноге находится, его можно вот вверх приподнять. Видите, он за бок лапки зацепляется, так и держится. Три пальчика ровно должны стоять. Вот так у меня получилось. Смотрите, все три пальчика ровно стоят. Один у меня за лапку держится. Вот так вот аккуратно и красиво у вас должно получиться. Плетем вторую лапку, находим треугольничек, вниз спускаемся, белый крестик, находим круг и чуть левее находим еще один зеленый круг с 5 бисеринок. Вот эти зеленые две бисеринки нам нужны. Проходим через две зеленые бисеринки леской. И, наконец, лески, которые я показываю, набираем 2 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Складываем концы лески вместе и затягиваем. У нас получилось 2 зеленые бисеринки, их мы по кругу будем оплетать. Плетем первый ряд. Расположите концы лески, как у меня, и также лягушку держите. На левый конец лески набираем 3 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через рядом стоящую одну зеленую бисеринку. Если вы держите также лягушечку, как я, то получается мы слева направо проходим через зеленую бисеринку. На другой конец лески набираем 2 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Далее одним концом лески проходим через эту же зеленую бисеринку, на которой мы уже сформировали крестик. На другой конец лески набираем 2 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Так у нас получается уже. Это мы первый ряд плетем, напоминаю. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку рядом стоящую. Над ней уже сформирован крестик, как вы видите. И этим же концом лески проходим через боковую зеленую бисеринку. На этот же конец лески набираем одну зеленую бисеринку, другим концом проходим через нее. Закончили плести первый ряд. Плетем второй ряд, плетем на вот этих вот 4 зеленых бисеринок. На правый конец лески набираем 3 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец лески набираем 2 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную.
Как видите, я плетение не поворачиваю, специально, чтобы вы не запутались. Лягушку держу в одном положении. Одним концом лески проходим через рядом стоящую одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец набираем две зеленые бисеринки. Другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда и одну боковую, начало плетения ряда. Заканчиваем плести второй ряд. И на этот же конец лески набираем одну зеленую бисеринку, другим концом проходим через нее. Закончили плести второй ряд, плетем третий. На правый конец лески набираем 3 зеленые бисеринки, другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. И вот видите, у нас круг, рядом находится крестик зеленый, и вот в эту боковую зеленую бисеринку нам нужно пройти этим же концом лески. Берем конец лески, получается, сверху вниз проходим через боковую зеленую бисеринку крестика. Еще раз повторю, этот крестик идет следом от круга, на котором мы плетем лапку. И возвращаемся через эту же зеленую бисеринку предыдущего ряда. Возвращаемся мы справа налево. Хорошо затяните леску. Лапка должна плотно прилегать к туловищу. Мы ее соединили с туловищем сейчас. На второй конец лески набираем 2 зеленые бисеринки. Другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда. На второй конец лески набираем 2 зеленые бисеринки. Другим концом проходим через последнюю набранную. Одним концом лески проходим через одну зеленую бисеринку предыдущего ряда и одну боковую, начало плетения ряда. Заканчиваем плести ряд. На этот же конец набираем одну зеленую бисеринку, другим концом проходим через нее. Закончили плести ряд. Далее левым концом лески пройдем через рядом стоящую одну зеленую бисеринку. На этот же конец лески набираем 3 зеленые бисеринки, другим концом проходим через все 3 зеленые бисеринки. Берем правый конец лески и проходим через 2 зеленые бисеринки. Берем другой левый конец лески и проходим также через эти 2 зеленые бисеринки. Потянем за каждый конец лески и вернемся правым концом лески через 3 зеленые бисеринки. Берем левый конец лески и проходим через эти же 3 зеленые бисеринки. Потяните за оба конца лески. Далее будем заплетать боковые стороны, правую и левую. Набираем на правый конец лески одну зеленую бисеринку, сверху вниз проходим через одну боковую зеленую бисеринку. Снова набираем
На этот же конец лески одну зеленую бисеринку и проходим сверху вниз через одну зеленую бисеринку. На этот же конец лески набираем 2 зеленые бисеринки и сверху вниз проходим через одну боковую зеленую бисеринку. Берем другой конец левый и набираем одну зеленую бисеринку и проходим этим же концом лески через вот эту одну боковую зеленую бисеринку. Вот я прошла. Снова на этот левый конец лески набираем одну зеленую бисеринку и проходим сверху вниз через одну вот эту боковую зеленую бисеринку. Набираем на этот же конец одну зеленую бисеринку и проходим через боковую вот эту одну зеленую бисеринку. Вот я прошла. Далее поворачиваем лягушку. Нам нужно этим же концом лески пройти через две нижние зеленые бисеринки, вот эти вот. Вот эти две зеленые бисеринки проходим. И этим же концом лески проходим через вот эту зеленую рядом стоящую бисеринку боковую. Вот я прошла. Распределяем концы лески. Из одной бисеринки выходит один конец вверх, другой вниз. Вот на вот этот верхний конец лески набираем 2 зеленые бисеринки. Одну мы пропускаем и через самую первую возвращаемся. Формируем наши пальчики путем. Вот у нас первый пальчик готов. Снова на этот же конец лески набираем 3 зеленые, одну пропускаем и проходим через вторую, через одну вторую. Придерживаем бисер и затягиваем леску. А вот через третью мы этим же концом лески с другой стороны проходим. Вот так вот, видите, с другой стороны. Чтобы у нас две бисеринки были сверху над одной. Вот это у нас центральный пальчик. Вот так должен располагаться. Две бисеринки, видите, над одной. Набираем на этот же конец две зеленые бисеринки, одну пропускаем и возвращаемся через вторую. Придерживаем бисеринку, затягиваем леску. Далее мы находим вот эту зеленую бисеринку, боковую крестика. Этот крестик идет следом после круга, на котором мы лапку плели. Вот видите, там круг, на ней лапку крепили. И вот следующий крестик, и вот в боковую бисеринку этого крестика крепим пальчики наши. Поправляем пальчики. Вот так они должны располагаться. И берем другой конец лески, через эту же зеленую бисеринку проходим и через бисеринку среднего пальчика проходим. Вот я взяла другой конец лески, прохожу через эту же зеленую боковую бисеринку крестика на туловище. Придерживаем пальчики, этим же концом лески проходим через вот эту вот зеленую бисеринку нижнюю среднего пальчика. Вот я прошла. Потянем конец лески хорошо, поправим пальчики. Этим же концом лески нам нужно пройти сверху вниз через вот эту зеленую боковую бисеринку на лапке. Вот я прошла. Сверху вниз, через боковую зеленую бисеринку на лапке. Потяните хорошо за этот конец лески. У нас концы лески встретились. Завязываем на несколько узелков.
И помните, что каждый узелок, когда завязываете, смотрите, чтобы пальчики на лапках не перекрутились. Поправляйте пальчики. Один пальчик держится за боковую стенку лапки. Вот так у вас должно получиться. Смотрите, пальчики ровные, красивые, не перекрутились. Вот такая милая лягушка у нас с вами получилась. Спасибо, что смотрели мой мастер-класс. Всем творческих успехов и до новых встреч!